Всем привет! Вы на канале Мурашник. Сегодня в этом видео я решил затронуть тему выбора муравьев и их покупки. Так как в Украине с покупкой муравьев все не так просто, а точнее муравьев порой просто негде купить, мы рассмотрим, как, где и за сколько можно купить тех или иных муравьев. Я взял две стоимости. Для новичков 100 гривен и 250 для тех, кто может потратить на них больше. Я как раз, скорее всего, возьму себе лимит 250. Хочу себе новых экзотических интересных муравьев, так как до этого держал только местных. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим, кого можно порекомендовать новичку за 100 гривен, точнее до 100 гривен. Мессерструктор, муравей-жнец. Тетрамориум, тетрамориум каиспитум или циспитум. Темноторакс, унифаскитус. Ну, в общем, неважно. Темноторакс, лептоторакс, их никто не разберет. Лазиус флаус, ну это меня не интересует, так как они у меня есть. Плагиолепсис, степной бегунок, формика руфибарбис, селенопсис фугакс, компонутус вагус, компонутус компонутус еще один. Это амазонка и формика куникулярия. Может, есть еще пару видов, которых я не включил сюда. Некоторые муравьи здесь можно купить за 30-100 гривен, за 50 гривен, за 70 гривен. Например, компонутус вагус 100 гривен, это будет его минимальная цена. А, например, лазиус флаус, его можно найти гривен и за 30 всего лишь. Так что тут тоже большой разброс. Эти муравьи меня на самом деле тоже интересуют. Из них меня больше всего интересует компонутус вагус, селенопсис фугакс и темноторакс. Больше всего селенопсис фугакс и компонутус вагус. Но если раньше компонутусы меня уж очень интересовали, то сейчас, так сказать, любовь слегка пропала. Больше заинтересовался какими-то социальной мелочью. Она сейчас довольно модная среди мирмикиперов. Многие заводят всяких тетрамориумов, темнотораксов, различных феидоль. И это довольно интересно для меня. Я люблю социальных муравьев. Так что я решил остановиться на компонутус вагус пока что. Селенопсис фугакс я думаю, что смогу поймать, надеюсь. Лёта у них еще не было, но они обитают у нас, и возможно я их все-таки изловлю. Лимит в 250 гривен себе выбрал я, и вот что мне удалось найти. Мирмика рубра, компонутус никабаренсис, селенопсис инвикта, компонутус туркестаникус мне удалось найти на OLX за 250 гривен. Правда, на картинке там не совсем компонутус туркестанус, но подписано было именно так. И это довольно интересное предложение, ведь картинка была с интернета, но, впрочем, это может оказаться правдой. Компонутус пицеус и... Что это такое? А, это феидоля. Я не люблю, не умею читать вот эти вот. Как F. Феидоля флаверия. Феидоля флаверия. Именно феидоль я себе сейчас хотел, так как, ну, недавно, знаете, вышло видео у Димона касательно феидоли нода. И мне жутко понравились эти муравьи, и мне очень захотелось их себе иметь. Понравилась их охота, и, в общем, приглянулись они мне. Я искал феидоль у нас, но в Украине феидоль купить, как оказалось, практически невозможно. И вот на OLX мне все же удалось найти феидолю за 250 гривен. Причем феидоля флаверия.
Фейдоля, которую еще никто, насколько я знаю, на Ютубе не держал. А если и держал, то ну, немного и не сильно. Фейдоля Флавирия – это желтые фейдоли. И меня это предложение очень заинтересовало. Так что Фейдоля Флавирия попала в топ моих ожидаемых муравьев возможной покупки. А также Компонутус туркестаникус. Хотя Компонутуса, я говорил, меня сейчас отпустило, но Компонутус туркестаникус – это те, которых я хотел всегда очень. Ну и Компонутус вагус тоже. Что выходит? У нас сражаются Компонутус вагус, Компонутус туркестанус и Фейдоля Флавирия. Выбор, конечно, за мной, но мне интересно, кого бы вы выбрали, напишите в комменты. Компонутус вагус стоит 100 гривен, Компонутус туркестанус 250, Фейдоля Флавирия 250. Я, пожалуй, остановлюсь все-таки на фейдолях. Ну вот, вот мне сейчас именно фейдоли и нравятся. Я написал автору, пока мне еще не ответили. Ну а насчет моего окончательного выбора и покупки тех или иных муравьев, вы видео увидите когда-нибудь, я надеюсь. Ну а пока, если хотите, еще можете поставить видео на паузу и посмотреть, каких же муравьев можно купить за какую примерно цену в Украине. Большинство этих муравьев можно купить на OLX. Да всех этих муравьев, в принципе, можно купить на OLX. Ну еще можно посмотреть на сайтах других. Ну а на сегодня все. Выбирайте себе интересных муравьев. Всем удачи, всем пока!